More carrots. Don't tear it. Всем привет, друзья! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Катя. Если вы здесь впервые, я снимаю разного рода видео, влоги, анбоксинги, Sephora, Asos, бьюти-боксы, боксичарм, Ipsy и т.д. и т.п. Поэтому, если вас интересует такого рода контент, пожалуйста, не забудьте подписаться, ценить это видео, досмотрев его до конца, и позвонить в колокольчик, чтобы не пропускать мои загрузки. Я загружаю очень часто, от 3 до 7 раз в неделю. Итак, друзья, давно мы с вами не виделись, на самом деле всего лишь 3 дня, и мы возвращаемся с видео про Sephora. Это все у нас по расписанию, давно его уже не было точно так же, поэтому будем сегодня тестировать новый и не очень макияж. Не очень, почему не очень, я вам объясню чуть позже. Начинаем мы всегда с парфюмов. Сегодня у нас, как по традиции уже, мне кажется, будет парфюм от бренда Nest, но такой мы еще с вами не нюхали. Это называется Sun-Kissed Hibiscus, и это означает солнцем посолованный хибискус. Вот, так интересно. Опять, как всегда, у них шикарное оформление. У Nest, я вам всегда говорю, что у них очень-очень красивый дизайн. Вот, смотрите, внутри. Точно так же, если вы меня уже смотрите какое-то время, я вам всегда рекомендую эту фирму. Она делает совершенно потрясающие парфюмы, необычные запахи. Это нишевый парфюмерный бренд из Нью-Йорка. Так, значит, смотрите, здесь у нас нотки франжипани, так, апельсинового цветения и хибискуса непосредственно. Вот, давайте его нюхать и с удовольствием оценивать. Так. Мне нравятся практически все парфюмы от Nest, за очень редким исключением. Мне кажется, из всех их парфюмов был только один случай, когда он мне не очень какой-то один из них понравился. Вот, но это как бы исключение из правил, да? Так, ждем. Потрясающе, потрясающе, ура! Еще один зачет. Знаете, что я вам более того скажу? Вот сейчас вот я прямо даже вот понюхала, и первое, что мне пришло на ум, это точно такой же аромат. Это, ну, это практически один в один дупликат с парфюмом от еще одного моего любимого нишевого бренда Maison Margiela. Это французский уже дом парфюмерный. И у них это такой же точно парфюм, называется Beach Walk, прогулка по пляжу. Один в один, друзья. Так что вот так, дубликат. Плюс из такой же точно серии Tom Ford Soleil Blanc. То же самое пахнет один в один, поэтому это очень летний, шикарный, на лето идеальный аромат. Недаром он называется Sun Kiss, то есть поцелованный солнцем. Я вам его рекомендую на лето. Я бы с удовольствием купила полный размер, но это вот один в один вот те дубликаты тех ароматов, которые я вам только что перечислила. Это просто поразительно. Они что там, на одной фабрике что ли их разливают? Я не знаю, как это возможно, но шикарно совершенно, идеально, опять же, на лето. Так, супер, зачет. Nest Sun Kissed Hibiscus. Дальше, второй вариант у нас идет сегодня. Киллиан, популярный бренд, популярный, самый его бестселлер аромат, пожалуй, это принцесса называется. У меня есть целое видео, посвященное Киллиан. Там я разбираю 4, по-моему, аромат, 4 или 5, я уж не помню. Вот из этой же из серии, вот. И так что я знаю этот аромат, давайте его еще раз понюхаем. Значит, нотки. Имбирь, зеленый чай, маршмеллоу. Супер. Это на самом деле, я знаю, что это хороший парфюм, но есть одно но, а может даже не одно, поэтому если вам интересно мое мнение именно по поводу этого аромата принцесса, пожалуйста, посмотрите мое видео про Киллиан, и вы все поймете сами. Так, а тем не менее, мы его сейчас понюхаем, потому что мы его в видео про Sephora еще не оценивали. А первое, что я чувствую, это запах ванили, очень сладкий, приятный аромат, но опять же, есть но, поэтому вот, это как бы не на 100% моя рекомендация, но вообще хороший аромат.
Так, идем дальше. Почему я вам вначале сказала, что мы будем пробовать сегодня новую и не очень косметику? Потому что, смотрите, я нашла в своих закромах вот такую вот палетку от Smashbox. Эту палетку, она не новая, это была Holiday Edition, то есть это выходила она на праздники пару лет назад. Я ее купила, наверное, где-то год примерно назад, ни разу ее не открывала и не пользовала, поэтому давайте сегодня ее попробуем. На самом деле она все еще есть в продаже, поэтому так как вы все еще можете приобрести, есть смысл ее попробовать. Может быть, она вас поразит, удивит, и вы захотите точно так же ее купить. Шикарное оформление, вот она такая большая, и здесь у нас и контур, и бронзер, и хайлайтер, и смотрите, друзья, вот здесь огромное просто зеркало во всю вот эту вот, вот во всю вот эту площадь, здесь зеркало. Вот, ой, я только что залезла пальцем в один из хайлайтеров, вот в этот, ну ладно. Вот, смотрите, друзья, здесь шикарное оформление. Мне кажется, вот эти вот, например, вот этот и вот этот можно использовать, попробовать использовать как румяна, как считаете? Мы попробуем, если не получится ничего страшного, у меня есть план Б на этот счет. Ну, а пока мы начнем ну давайте контур, да, попробуем сделать. Для контура есть вот этот вот цвет, вот. Вот он, и мы с него начнем. Этот цвет называется, так и называется, контур, не поверите. Так, беру чистую кисточку от Alamar Cosmetics, и сейчас мы попробуем. Очень красивый, вот так вот на первый взгляд цвет, очень холодный, потому что вы сами знаете, что холодные очень хорошо подходят для светлых типов кожи, и как бы не желтит, понимаете, а это важно. Ну вот, я уже даже сразу с первого взгляда вижу, что он нам придает уже действительно контур. И у меня появилась вот здесь, вот вы можете наблюдать, щечка, да, скула. У меня, кстати говоря, на лице сейчас только BB-крем и, ну, припудрилась. BB-крем припудрилась, больше ничего нет. Так, шикарно. И немножечко нанесем тогда вот так по периметру, да, чтобы контур обозначить. Так, супер, супер, супер. И еще вот сюда вот я люблю. Вот так вот, чтобы немножечко был более ярко выраженный линия челюсти, что ли. Вот, так, супер. Так, контур, отлично. Теперь давайте немножечко возьмем бронзера, попробуем. Он прям рядышком находится. Вот он называется, вы не поверите, бронз. Так, берем бронз и добавляем нам немножечко загара, да? Нам не помешает сейчас. Пишите, как у вас погода, друзья. У нас, кстати говоря, я поверить не могу, что мы уже в конце января, друзья, в конце января, и большая часть зимы-то уже прошла, так что сейчас уже, мне кажется, скоро мы начнем пребывать в весеннем уже настроении, как считаете? У меня вот сегодня весь день с утра играет песня из кинофильма «Девчата», «Старый клен». Знаете вы эту песню или нет? Если вы, наверное, совсем-совсем молоденький, то вы, наверное, не знаете ее. Но это очень хорошая песня. И там такая, но она, знаете, настраивает, ну вот я как сказала, на весенний лад, на такое хорошее настроение придает, и хочется пойти гулять сразу с ней. Вот, очень красивая песня. Так, супер, супер, вот, отлично, мне очень нравится. Smashbox продукты для лица, так же как продукты Tarte, шикарно, шикарно, просто шикарно. Так, давайте попробуем нанести хайлайтер. Хайлайтер мы возьмем вот этот вот с вами, вот этот посерединке, беленький такой, и он называется, так, сейчас, секундочку, здесь написано просто название, Pearls Gone Wild. Отлично. Так, в этот раз я беру кисточку от Morphe и пробуем хайлайтер. Ух ты, а он с розовым отблеском. Обалдеть, а как это с розовым отблеском? Вы посмотрите только, друзья. Я русалка, посмотрите. Вы видите это? Он абсолютно с розовым, как этот... Господи, как его, юникорн-то, как он называется? Единорог, единорог, вот.
Ничего себе, как неожиданно вообще. Посмотрите, он абсолютно, абсолютно белый. Вот он, абсолютно белый хайлайтер. А на лице абсолютно розовый. Как красиво. Как неожиданно, но как красиво. Мне очень нравится. Ух ты. Так здорово, так необычно. Мне кажется, супер. Его можно вместо румян так использовать. Вообще красота. Бомба. Давайте нанесем немножечко вот сюда под. Вау. И соединим. Вот это да. Вот это я не ожидала, конечно, такой. Не то, что под поставу в хорошем смысле. Вау. Давайте еще на носик нанесем чуть-чуть совсем. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Прикол. Так, ладно, давайте теперь попробуем воспользоваться вот этим цветом, вот этим в качестве румян. И посмотрим, получится или нет. Он такой, как бы, мне кажется, он подойдет. Я взяла кисточку, которая мне приходила в Ипсе, которую я докупала в Ипсе, да, от La Rousse бренда. И сейчас мы попробуем что-нибудь сообразить насчет румян. Так. Так, есть какой-то эффект или нет? Не могу понять, потому что не могу оторвать глаз от этого вот розового хайлайтера. Какой он красивый. И он, как бы, он, знаете, он как будто слился полностью с кожей. И как будто я так вот родилась. Так красиво, обалдеть. Ну, это, конечно, наверное, каждый день не подойдет. Это как бы на какую-нибудь вечеринку. Или, ну, вот, когда вы с друзьями куда-нибудь идете вечером, да? Прикольно, я думаю, что они оценят. В общем, друзья, это зачет, это тотальный хит, просто эта палетка. Опять, как всегда, как я люблю, все в одном. Здесь действительно все в одном. Здесь 9 цветов. Единственное, что она, конечно, очень большая, и с ней путешествовать не очень будет удобно, да, то есть она громоздкая. Но вот так вот здесь использовать дома 100% да. Я, как бы говорится, Approved. Так, дальше. Короче говоря, у нас сегодня, на самом деле, я уже сказала, немного чего есть попробовать. Давайте следующим делом мы попробуем тени и долгожданную палетку от Urban Decay Naked, Naked Honey в данном случае. Я вам уже говорила в видео, когда я ее покупала только-только, что абсолютно все, кого я смотрю, вот такая вот у нее вкусная, да, такая яркая, сочная упаковка медовая, что абсолютно все ее рекомендуют. Тут, кстати говоря, я так и не достала кисточка. Сейчас мы ее достанем. Мы, кстати, можем ей сейчас воспользоваться этой кисточкой. У них кисточки вот эти, которые входят в эти палетки, они на самом деле очень хорошие. Точно так же, как у Anastasia Beverly Hills, да. Кто еще там кисточки обычно кладет, не помню, но, в общем, эти кисточки зачет. Вот, и я вам показала палетку саму или нет? Вот, смотрите, какая она красивая. И, в общем, все очень-очень ее нахваливают. И у большинства блогеров, которых я смотрю, эта палетка является всегда в их топ-рейтинге, да? Вот, так, это вообще такой хайлайтер. Так, друзья, сейчас я быстренько придумаю лук, ну, что мы будем делать. Я вам включу музычку и буду по ходу показывать, да, какие цвета я буду использовать. Ничего сложного сегодня не будет. Ну, в принципе, как и всегда. Поэтому начинаем. Where's Garrett? Vegetables. Vegetables. You come from the west side. The left side. The right brain drives me. Don't fry your brain.
Друзья, я вернулась, образ закончен, а палетка очень хорошая. На самом деле цвета блендятся, то есть тушуются, как мечта. Никаких проблем, все очень хорошо. У меня получился очень такой медовый лук, как и что следовало доказать, да, медовая палетка, медовый лук. Вот, очень-очень хорошая, как я и ожидала, в принципе, раз она у стольких людей находится на первом месте, можно сказать, да, в их хит-параде, в их рейтинге, поэтому я не разочарована нисколько, зачет. Итак, она, кстати, вот на каждый день, идеальные здесь цвета, и для начинающих, и для продолжающих, и для заканчивающих. Короче, очень-очень хорошая палетка. Так, еще один ровно остался нам попробовать продукт. Это на самом деле пробник такой, он пришел мне с палеткой. Это мини-помада от Laura Mercier, да, и я оставлю линки на продукты и конкретно помаду в полном размере под этим видео. Это красная помада в цвете Rouge Ultimate, насколько понимаю, и, значит, она прям красная-красная такая, вот такой классный цвет. Давайте нанесем его сейчас и попробуем формулу. Вы знаете, что Laura Mercier дорогой бренд, но очень, как правило, хороший, поэтому сейчас я думаю, что убедимся в этом в очередной раз. Ну что, цвет я нанесла. Короче, друзья, очень яркий цвет, все как я люблю. На самом деле, такой цвет немножечко красный с розовинкой, вот. Понятно, что у нас тут вообще такой образ яркий-яркий получился, и глаза довольно яркие, и губы довольно яркие. Обычно лучший акцент делать на что-то одно, но, как говорится, мы просто пробуем и формулы, и цвета, и все это для этого видео сделано, поэтому хорошая помада, не сушащая, прекрасно наносится, очень сильно пигментированная, но как бы у Laura Mercier обычно очень хорошие продукты, поэтому вот, мне понравилось. Итак, друзья, это все на сегодня, большое вам спасибо за просмотр, надеюсь, вам понравилось, мне было весело, вот, подписывайтесь, друзья, у меня еще много всяких идей для видео есть, и нам много чего с вами предстоит снять прикольного, вот, поэтому всем новым подписчикам добро пожаловать, мне очень приятно, что вы подписались, что вы уделяете время и смотрите мой контент, вот, а за сим будем прощаться, всего вам хорошего, прекрасного настроения и только позитивных эмоций, все, пока, пока-пока.